В Турции продолжают бороться с лесными пожарами, основная часть которых бушует вокруг популярных туристических городов Средиземноморского побережья. По последним данным, огнеборцам удалось локализовать 74 очага из 85. Накануне новый пожар вспыхнул в провинции Мугла. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по обширной территории. Однако, по словам властей, пламя не угрожает населенным пунктам и отелям. По данным МИДа Турции, пострадавшим жителям начнут выплачивать денежные компенсации. Всего на эти цели выделили больше 3,5 миллионов долларов.